Синяя внутри ренгу. Команда номер. Ага. Ага. Уже сегодня вы попадете в Тюменский учебный центр. Знайте и помните, что мы не бросим ваши семьи. Каждая ваша семья у меня будет стоять на контроле, будет стоять на контроле губернатора. С вами связь будет с каждым держаться постоянно. Очень надеемся на вас. Новый Уренгой гордится вами, Ямал гордится вами. Храни вас Бог, мужики. Долгое время не было слышно слов «Родина, мать зовет». Вот это время настало. И вам придется вставать на защиту нашей страны, ее свобод, ценностей. Боевой дух отличный. Победа будет за нами. Служил в ВДВ механиком-водителем. С отличным настроем хочется вернуться. Поэтому мы вернемся обязательно. И будем радовать наши семьи и наших близких. С надеждой провожаем, чтобы приехали с победой, как можно скорее, все живые и здоровые. Товарищ полковник, здравия желаю. Желаем победы всем. Мы вернемся, и все будет хорошо. Все будет нормально. Главное, ждите, и все будет хорошо. У нас он сержант, ведь служил. Уважаемые, обязательно надо родину защищать. Мы тоже поддерживаем, ждем его дома. Был готов сразу. Позвонили, пришел, забрал все и здесь еду. Готовы помогать людям, детям. Доверяем сыну.